Всем привет, меня зовут Алена Чернецкая, и я являюсь студенткой Чешского технического университета города Прага. Моя история с Чехией началась достаточно давно, еще летом 2014 года, когда я впервые приехала на летние каникулы. Это было от Go Study, и это было на месяц. Целый июль мы провели в Праге, знакомились с культурой, минимально с языком. Вот, и тогда как-то пришло это решение попробовать поступить в Чехию. Мы начали узнавать насчет документов, насчет того, как здесь вообще проходит учеба, как проходит подготовка к учебе. И главная, наверное, проблема была это язык, что нужно выучить его за достаточно непродолжительное время и на достаточно хорошем уровне, чтобы поступить и учиться. Так как я выбрала между высокой школой экономики и Чешским техническим университетом, то я понимала, что мой чешский должен быть достаточно сильный для того, чтобы обучаться в этих университетах. Вот. В итоге мой выбор все-таки пал на технический университет, потому что я хотела быть логистом. Но в итоге я обучаюсь немного на другом профиле, связанном больше с информатикой. Учеба очень интересная. Меня больше всего привлекает то, как относятся к ученикам в чешских университетах, что их не заставляют ходить на лекции. Большинство семинаров даже являются необязательными к посещению, но как бы на экзамене спрашивают по полной программе, естественно, нужно к этому быть готовым. Я считаю, что мой выбор был сделан абсолютно правильно, несмотря на то, что в 17 лет достаточно сложно сделать осознанный выбор, но получилось, что все сложилось так, как должно было сложиться, и я ни о чем не жалею. Поступила, я сразу же нашла общий язык с чехами, действительно, большинство студентов, особенно государственных университетов, особенно технических, это все же чехи. Русские ребята чаще поступают на экономику, насколько я знаю, но у меня была группа почти одних чехов. И что касается контактов с ними, это абсолютно легко. Они абсолютно непредвзято относятся к тому, что мы из других стран все, что мы приезжаем из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и со всех уголков. В целом в универе учеба тоже очень интересная. Я не пожалела, что выбрала технический университет, несмотря на то, что предметы действительно некоторые очень сложные, такие как сопромат, матан, физика и все такое, но во всем помогают и преподаватели тоже ЧВУТ, потому что они относятся с пониманием к тому, что в университете ты учишься первый раз в большинстве своем, и помогают со всем. Я считаю, что обучение вполне можно осилить, и что все у вас получится.